Здравствуйте, меня зовут Георгий Исаев. Меня многие помнят как мальчика безногого на скейте. 18 лет потерял маму, вынужден побираться возле торговых центров, чтобы снимать себе жилье. 7 лет я уже женат, но о детях я боюсь мечтать, и чтобы их принести из роддома, некуда просто. Моя мечта – накопить 300 тысяч на первый взнос на ипотеку. Хочу обратиться ко всем, кто может помочь с решением этого вопроса. Мы с женой очень хотим своих детей, желательно мальчика, да?